Акции помощи мобилизованным охватывают все больше жителей Хабаровского края. Помочь участникам СВО и их семьям готовы центры поддержки, предприятия, волонтеры, простые жители. Подробности у наших корреспондентов. Наша сила в единстве. Сильные духом. Верные своей земле. Мы вместе. Довольно-таки прилично, как вы видите, здесь. Но еще передают, ну, более, наверное... 100 пар точно есть. Олеся Гвозава – предприниматель. У нее с мужем свое кафе. Супруги решили внести свой вклад в помощь мобилизованным землякам. В соцсетях создали специальную группу, куда могут вступить желающие поддержать бойцов. Жители края откликнулись, стали присылать и приносить продукты и теплые вещи. Некоторые сделаны своими руками. Все-таки хочется, чтобы и вещи были такие, которые послужили бы нашим солдатам, именно легкие, но в то же время теплые. Ну, чтобы качество тоже было. Общими усилиями собрано 4 больших посылки с гуманитарной помощью для военнослужащих. И благотворители уже получили благодарный отклик. Спасибо большое Хабаровску и Улан-Удэ за гуманитарную помощь и помощь ребятам на фронте. Желание помочь бойцам, которые участвуют в специальной военной операции, уже объединило тысячи человек. По всей стране проходит акция «Мы вместе». В ней принимают участие жители Хабаровского края. Из городского штаба акции ежедневно уходит гуманитарный груз. Волонтеры не забывают и о семьях мобилизованных. Бывают там запросы всякие разные, в том числе и запрос на то, что, например, просто посидеть с детьми, даже если это не гуманитарная помощь, а вот именно помощь такого порядка. Волонтеры тоже такую помощь оказывают. Сбором помощи заняты администрации районов, общественные, образовательные, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели. 200 магазинов Хабаровского края стали участником акции «Корзинка добра». Покупатели кладут в нее то, что, по их мнению, пригодится военнослужащим. Вообще очень хочется выразить огромную благодарность нашим покупателям, которые не остаются равнодушными, не проходят мимо. Что-то, какую-то частичку они вкладывают. Пускай это будет та же тушенка, банка сгущенки, сахар. Семьи мобилизованных могут обратиться за помощью в специальные центры поддержки, а также по телефону горячей линии 122. Елена Жукова, Яна Ленкевич, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния». Наша сила в единстве. Сильные духом, верные своей земле. Мы вместе.